Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Мария Грушевая. Сегодня в нашем выпуске. Карантин по гриппу в школах и детских садах продлили до 27 января. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Вопрос об учете предложений, которые были высказаны на общественных слушаниях, посвященных реконструкции канализационных очистных сооружений, был главным на заседании комиссии по вопросам строительства, регулирования земельных отношений, охраны окружающей среды и благоустройства. Городские власти утвердили график очередности установки приборов учета тепла в жилых домах. Пока школьники находятся на вынужденных каникулах, учителя продолжают работу. В День соборности Украины, который отмечается 22 января, в Ильичевске прошел торжественный митинг, посвященный этой дате. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. А я напоминаю, что телерадиокомпания «Ильичевское телевидение» проводила конкурс на лучшую новогоднюю композицию. В течение всех зимних праздников конкурсные работы будут украшать студию новостей ИТ-3. Сегодня в нашей студии представлена композиция «Блестящее настроение», которую изготовили ученики второй школы. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі. Інформація, про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Відновлення територіальної цілісності України є головним пріоритетом влади. На цьому наголосив президент в своєму зверненні з нагоди Дня Соборності. За словами глави держави, соборність – це і унітарний устрій держави, і категорична заборона на імпорт руйнівних для України ідей федералізму. Петро Порошенко закликав до єдності всіх, хто зміцнює нашу державу в тилу. Не менше, ніж для протидії російській агресії, єдність потрібна і для боротьби з корупцією, і для успішних реформ, переконаний президент. Проект змін до Конституції в частині правосуддя не суперечить основному закону. Такого висновку дійшов Конституційний суд. Відповідне рішення оприлюднили у п'ятницю. За висновками суду, цей законопроект не передбачає скасування чи обмеження прав та свобод людини і громадянина і не спрямований на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України. А також не розглядається в умовах запровадження в країні надзвичайного чи воєнного стану. Як зазначив після оприлюднення суду рішення заступник керівника адміністрації президента Олексій Філатов, законопроект відкриває можливості для докорінних змін у системі правосуддя. За словами посадовця, йдеться, зокрема, про забезпечення незалежності та деполітизації судової системи, посилення відповідальності суддів і механізми оновлення суддівського корпусу. Третій транш кредиту, який Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду, дозволить наростити обсяги золотовалютних резервів Національного банку і забезпечить більшу стабільність банківського сектору і валютного курсу. Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько за підсумками зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард у швейцарському Давосі. Обговорювався фінальний текст нового меморандуму про двосторонню співпрацю і наступні кроки у програмі реформ. Після фінального узгодження документа Україна очікує на успішний розгляд на засіданні Ради директорів МВФ і виділення третього траншу кредиту. Крістін Лагард із свого боку підтвердила, що засідання Ради директорів МВФ може відбутися найближчим часом, і Київ може очікувати на отримання грошей вже у лютому. Йдеться про майже 2 мільярди доларів. У єгипетській столиці прогримів вибух. Це сталося в Каїрському районі Гіза. Місцеві ЗМІ повідомляють про 6 загиблих і понад 20 поранених. За даними журналістів, в поліцію надійшло повідомлення про групу терористів, які організували міні-фабрику з виробництва вибухівки. Загін спецпризначенців прибув за місцем виклику. Коли правоохоронці намагалися знешкодити одну з бомб, прогримів вибух. Карантин у навчальних закладах Одеси продовжено до 29 січня. Про це стало відомо в п'ятницю, 22 січня. В ході засідання міського координаційного штабу з попередження поширення ГРВІ та грипу. Нагадаємо, карантин у загальноосвітніх приватних школах і школах-інтернатах Одеси був введений з 18 січня. У дошкільних установах обмежені масові заходи. Співробітники зобов'язані посилити контроль за прийомом дітей. Якщо в групі захворіє 30
і більше відсотків дітей завідуюча закриває групу. Якщо хворіє 30 і більше відсотків вихованців саду, департамент закриває сад, повідомила директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич. В пятницу вновь состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В Ильичевске по-прежнему остается сложная ситуация с простудными заболеваниями и гриппом, поэтому члены комиссии обсудили необходимость продления карантина по гриппу в учебных и дошкольных учреждениях города. Главный вопрос повестки дня комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций касался уровня заболеваемости гриппом в Ильичевске. В нашем городе ситуация с гриппом по-прежнему остается напряженной. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач на водном транспорте Украины Николай Голубятников. Еженедельно регистрируется по 300 случаев гриппа среди населения города Ильичевска. Сегодня, например, в больнице лежит 50 человек с пневмонией. Вирусологи в лаборатории потом скажут, это пневмония вирусная, либо обычная пневмония, но ситуация не стала лучше. Руководитель санэпидслужбы еще раз подчеркнул особую опасность данного заболевания. Грипп находится в среде в городской. Это вирус. Вирус проникает через верхние дыхательные пути, а этот тип вируса задерживается на рецепторах легких, и в итоге получается осложнение пневмонии. 18 января решением комиссии были прекращены занятия в городских общеобразовательных школах и детских садах. То, что мы провели мероприятие, разобщили детей, это очень правильное решение. Заболеваемость выше не пошла, она стабилизировалась. И мы имеем радость сообщить жителям города, что мы вовремя это сделали. Чтобы предотвратить рост числа простудных заболеваний и в целях недопущения распространения гриппа, карантин в школах и дошкольных учреждениях будет продлен. Каникулы продлены на 3 дня, с понедельника по среду. Помимо разобщения детских коллективов, комиссия приняла решение еще о ряде мероприятий, препятствующих распространению вирусных инфекций. Первое. Внедрить масочный режим, внедрить дезинфекционный режим. Необходимо обрабатывать во всех местах общего пользования, в общественных туалетах, в универмагах, в ресторанах, в магазинах, в супермаркетах обрабатывать ручки, тележки, обрабатывать любые контактные поверхности, где массово контактирует человек, дезинфекционными средствами. Мы это будем требовать. В автобусах такой же самый регламент. Ограничить посещение больных в больницах. Ильичевские медики обещают позаботиться о том, чтобы родители воспитанников детских садов смогли вовремя оформить справки об эпидокружении. Подобные документы от школьников требовать не будут. По законодательству без справки в детский садик попасть невозможно, вне зависимости от того, объявлялся карантин, либо ребенок болел сам. Для удобства родителей мы соблюдем всевозможные условия, чтобы они как можно быстрее получили эту справку, и попытаемся избежать какой-то скученности и наплыва в одни и те же часы. Специалисты напоминают, что минимальное пребывание в местах массового скопления людей, проветривание и увлажнение помещений, а также активный отдых на свежем воздухе снижают риск заболевания инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. В четверг состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам строительства, регулирования земельных отношений, охраны окружающей среды и благоустройства. Главным в повестке дня был вопрос об учете предложений, которые были высказаны на общественных слушаниях, посвященных реконструкции канализационно-очистных сооружений. Кроме того, депутаты рассмотрели более десятка вопросов о земельных правоотношениях. В декабре минувшего года в Ильичевске прошли общественные слушания, посвященные вопросу реконструкции канализационных очистных сооружений. В них приняли участие около сотни жителей нашего города. Реконструкция очистных сооружений позволит значительно повысить уровень безопасности сточных вод для окружающей среды, в связи с чем улучшится экологическое состояние моря и прибрежных территорий. На сегодняшний день предварительный объем затрат этих работ составляет около 19 миллионов евро, которые планируется взять в кредит у Европейского банка на 30 лет.
Согласно всех требований нормативных документов, а в частности нашего регулятора, это Национальная комиссия по регулированию рынка услуг, значит, требует общественных слушаний для того, чтобы при утверждении тарифа после прохождения проекта, который сейчас находится в экспертизе, и при рабочем проектировании, когда будет определена стоимость очистки стоков, в тарифе будет предусмотрена инвестиционная составляющая. То есть та часть средств, которая необходима, будет возвращать в виде процентов по кредиту и самого тела кредита. Второе, мы должны объяснить населению нашему, что предусматривает сама реконструкция, что за этим последует. Естественно, последует небольшое увеличение тарифа. Но оно наступит, я уже говорил о том, что на сегодняшний день по предложению банка это 0,4%. Европейский инвестиционный банк для нас сделал такое предложение. 0,4% годовых. 8 лет льготный период, то есть в эти 8 лет мы возвращаем только 0,4%, а тело кредита мы начинаем возвращать с 9 года, то есть это 28-29 год. В ходе общественных слушаний ильичевцы выдвинули ряд предложений, касающихся проведения реконструкции канализационных очистных сооружений. Естественно, были разные предложения, и мы прекрасно понимаем, что это очень узкий вопрос, это технологический вопрос, и звучали очень даже необычные предложения, все. Но мы все слушали, мы все записывали, естественно, будет учитываться то, что должно учитываться, и то, что может быть учтено. Предложения, высказанные на общественных слушаниях, обсудили депутаты на заседании комиссии по вопросам строительства, регулирования земельных отношений, охраны окружающей среды и благоустройства. Рассмотрение вопроса на комиссии городского совета, а также утверждение протокола общественных слушаний тоже необходимо, согласно нормативных документов, регламентирующих, по одной простой причине, потому что сам договор будут подписывать 5 сторон. Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство экономики Украины, Национальная комиссия по регулированию рынка услуг, Ильичевский горсовет и коммунальное предприятие Ильичевский водоканал. Соответствующий проект решения депутаты рекомендовали утвердить на ближайшей сессии Ильичевского городского совета. Также в ходе заседания члены комиссии рассмотрели 16 вопросов о земельных правоотношениях. По 12 из них депутаты приняли положительные решения. Среди них был вопрос о предоставлении управлению коммунальной собственности и земельных правоотношений, разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка площадью около 6 тысяч квадратных метров по адресу переулок Школьный 6Б. Речь идет о здании, в котором долгие годы располагался Ильичевский институт. В будущем здесь запланировано возобновить работу детского сада. Один из самых основных вопросов, что это уже мы начинаем, то закрывали садики, детей не было, а сейчас не хватает для садика. Приятно, конечно, что начали переделывать наоборот уже садики и обратно в садики. Вопросы, по которым были приняты положительные решения, будут вынесены на утверждение ближайшей сессии Ильичевского горсовета. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей о том, где в понедельник в нашем городе не будет электроэнергии. В связи с плановыми ремонтными работами в понедельник 25 января в период времени с 8 часов 30 минут до 17 часов будет отключена электроэнергия в Ильичевске по улице Приморской. Ильичевский район электрических сетей приносит свои извинения за временные неудобства.
Заместитель Личевского городского головы утвердила график очередности установки приборов учета тепла в жилых домах. Для реализации программы энергоэффективности 1 миллион 400 тысяч гривен из собственных средств выделит предприятие Личевск теплоэнерго. 3 миллиона 100 тысяч предоставит городской бюджет и 2,5 миллиона гривен будут выделены из бюджета области. В домах, жильцы которых примут долевое участие в программе энергосбережения, приборы учета будут устанавливаться в первую очередь. 194 жилых дома Ильичевска обеспечены центральным отоплением и горячим водоснабжением. Часть этих домов уже оборудована приборами учета тепла. На сегодняшний день необходимо установить еще 148 приборов учета в так называемых теперь уже коммунальных жилых домах. 84 прибора учета уже установлены. Программа энергосбережения и энергоэффективности, действующая в Ильичевске, будет финансироваться из нескольких источников. Часть будет за счет инвестиционной программы установлено 27 приборов учета. Это доходы предприятия Ильичевск теплоэнерго. Остальная часть, 121 прибор учета, будет установлен за счет бюджетных денег, за счет средств местного бюджета, и 2,5 миллиона выделил областной бюджет. Решением Ильичевского горосполкома принята программа о долевом участии жителей в установке приборов учета тепла. При определенном взносе, а этот взнос должен составлять не менее 50% от суммы потраченной, которая необходима для установки одного прибора учета. То есть это порядка где-то 27 тысяч гривен. Каждый дом может внести средства на спецсчет исполкома для того, чтобы в этом доме могли установить прибор учета. Утвержденный график установки приборов теплового учета предусматривает первоочередность монтажа теплосчетчиков в таких домах. Те дома, которые внесут первыми свой вклад, свой взнос в это дело, будут в этих домах установка приборов будет осуществляться в первую очередь. Общая стоимость установки прибора теплового учета составляет несколько десятков тысяч гривен и зависит от различных технических нюансов. Работа, проект, согласование проекта, закупка материалов, вся работа, получение акта заключения об пригодности прибора в эксплуатацию, то есть акт ввода в эксплуатацию, все это в комплекте стоит порядка 53 тысяч гривен на один дом в среднем. Работы по монтажу теплосчетчика специалисты будут производить при определенных условиях. Мы можем устанавливать приборы учета при температуре наружного воздуха выше минус 1 градуса. Так как для установки прибора учета нужно останавливать дом и в некоторых случаях даже и сливать воду с дома. То есть эта процедура на один дом, на один прибор учета займет порядка 4-5 часов. График установки приборов учета размещен на сайтах Ильичевстеплоэнерго и Ильичевского горсовета. Теплосчетчики должны будут установлены в ильичевских домах до середины лета нынешнего года. Информация 8-й подстанции Одесской городской станции скорой медицинской помощи, зона обслуживания которой входит в территорию Личевского городского совета, с 15 по 22 января на пункт связи поступило 470 вызовов, из них 74 к детям. Ложных вызовов не было. Бригадам скорой помощи оказана медицинская помощь на дому 246 гражданам. 142 человека доставлены в приемный покой для госпитализации. Всего в приемное отделение Личевской бассейновой больницы на водном транспорте обратилось 513 человек, из них 276 было госпитализировано. В травмпункт больницы обратилось 157 человек, из них с травмами криминогенного характера 12 человек, укушенных бродячими животными 3 человека, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 7 человек. За минувшую неделю в Личевске родилось 25 детей, 12 мальчиков и 13 девочек. В
кінці грудня 2015 року у Іллічівських школярів розпочалися зимові канікули. 13 січня поточного року учні відновили заняття, але вже 19 січня був введений карантин по грипу. Поки діти насолоджуються несподіваними канікулами, вчителі продовжують роботу. Поки учні відпочивають, школи не залишаються зовсім пустими. Канікули для вчителів – це час роботи, не менш напруженої, ніж під час навчального процесу. Протягом канікул, вимушених канікул, я підкреслюю, вчителі працювали над тим, щоб оформити свої методичні наробки. Хтось відправляв в журнали фахові свої роботи, хтось готував на майбутні презентації мультимедійні, хтось упорядковував матеріали в кабінетах, тому що, ви знаєте, коли йде навчальний процес, важко зануритися в свої методичні наробки, тому зараз вони цим саме і займаються. Ну і, звичайно, готуються до нового навчального, затверджують календарні плани на друге півріччя, готують поручні плани, шукають додаткові матеріали. Під час вимушених канікул вчителі все одно працюють з учнями. Ця робота в період канікул ведеться дистанційно. Позаурочної праці дуже багато. Ми готуємося до, звісно, до наступних уроків, а також готуємося до різних конкурсів, які в нас ще мають відбутися, обласна олімпіада. Звісно, діти до школи не приходять, але ми з ними спілкуємося телефоном, по інтернету, тому що дітей підготувати треба, щоб мати високі результати. Щороку у грудні-січні місяці проходить конкурс, присвячені ідеї Соборності України, а в цьому році він ще присвячений 25-й річниці Незалежності України. І в цьому році ми приготували твори, їх три. Це учні 4-го класу Чилікін Вадим, 2-го класу Албул Олександра і 3-го класу Велічук Олена. Зупинка навчального процесу була незапланованою, тому продовжувати заняття в школах доведеться в посиленому режимі. Ми шляхом ущільнення навчального матеріалу будемо наздоганяти. Потім ми працюємо в режимі шестиденки. Тому деякі уроки у дітей, яких немає у суботу канікул, можливо, будуть запрошуватися діти на додаткові заняття по суботах. Потім у нас є така можливість в соціальних мережах, тому що багато учителів мають свої сайти. Тому завдання буде дистанційно видаватися учням. І учні з зворотним зв'язком теж будуть опановувати матеріал і давати відповіді вчителям. Довгі канікули – це час для активного відпочинку школярів. Але відпрацьовувати пропущене все ж доведеться. Особливо відчують це випускники, адже їм необхідно встигнути підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання знань. «22 січня поточного року відзначається 97-ма річниця свята Воз'єднання українських земель. Цього дня у всіх містах нашої країни проходять заходи, приурочені цій пам'ятній даті. Іллічівці День Соборності відзначили урочистим мітингом». В п'ятницю, не дивлячись на сніг та холодну морозну погоду, кілька десятків іллічівців зібралися біля горельєфу Тараса Шевченка, аби разом згадати події майже столітньої давності. 22 січня 1919 року відбулося об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу. Сьогодні, після двох десятків років незалежності, проблема соборності нашої країни, на жаль, є не менш актуальною. Працівники культури, як завжди, з трепетом готуються до цього свята. Воно, як ніколи, сьогодні актуальне, тому що наша держава єдина. Це показують останні роки страшних дій на теренах нашої держави. Урочистий захід неспроста проходив саме біля будівлі Іллічівської гімназії. За моєю спиною, от за цим небольшим зданням Української, я підчеркую, гімназії, там строїться самая современная, лучшая будет гимназия в нашем государстве, украинская гимназия. И вот перед началом я там походил, посмотрел, значит, там вот в этом году мы выйдем где-то примерно на второй этаж. И это будет прекрасный объект. Валерій Хмельнюк привітав іллічівців зі святом Соборності, ще раз підкресливши його значення.
Мы сегодня провели очень хороший праздник, он связан с объединением Украины в далеком 19 году, когда и западная часть Украины, и вот центральная часть, и восточная, и южная решили объединиться в одно единое государство. Это большой для нас праздник. Хочу еще раз поздравить наших граждан с праздником, пожелать всем добра, здоровья и удачи. Завершився мітинг урочистим покладанням квітів до горельєфу Тараса Шевченка. Завершуючи наш інформаційний випуск, пропонуємо вашій увазі перелік культурно-масових та спортивних заходів, які відбудуться у вихідні дні. У суботу, 23 січня, у Центральній міській бібліотеці проходитиме експозиція «Мистецький портрет. Моцарт. Лічність творчества». У цей же день у Малодолинській бібліотеці відбудеться поетична година до 125-річчя Павла Тичини «Душа моя сонця намріяла». Протягом вихідних у Музеї образотворчого мистецтва імені Олександра Білого будуть представлені картини на різдвяну тематику «Святий вечір». У неділю, 24 січня, у Палаці культури о 15-й годині проходитиме 8-й міський фестиваль православної музики та колядок «Різдвяні дзвони 2016». А у Центральній міській бібліотеці експонуватиметься виставка «Пам'ять. Не заклик до помсти, а пам'яті дзвін» до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. Сегодня студию новостей Т3 украшала работа «Блестящее настроение», которую смастерили ученики второй школы. А с вами была Мария Грушевая. Всего вам доброго, до свидания.